Привет, интернет, на связи, как обычно, Алекс. Погнали! В течение 2 часов, пока не раздались свирепые удары по двери, мы орали бутырку, Цоя и, по-моему, еще Нойза. Мы вообще думали, что это пришли соседи нам пиздюлей выписывать. Хохлы могут идти нахуй. И как только я решил закрыть тему с Украины, как вдруг увидел, что правительство Украины совсем тронулось умом. Она являлась человеком, которым открывал это шоу. И знаете, мне кажется, что Марине не стоило брать уроки английского языка у Виталия Мутко. У меня вчера был понос, и я горжусь этим. Алешка. 18 годиков. Сильное заявление. Ну ладно, продолжим клоунаду в комментариях. Да блять! Внук! Блять, да что? А, паскуда, опять в своем компудахтере сидишь и делаешь этот свой ютаб. Дед, отъебись, я делаю ролик про современную молодежь. А, современная молодежь, это, конечно, заебись. Когда я помол, ты крочил, я был в шкуре современного подростка. Ковырялся лопаткой в песочнице, ел песок. А по вечерам от деда пизды огребал. Эх, были времена, а сейчас что? Ну, дед, извини, сейчас у вас есть 3 вида подсказок. Это угостить пивом ведущего, спросить у ТГЧшника и 50 на 50. Конечно, если вы с чем-то не согласны... То идите нахуй! Блядь, дед, просто напишите об этом в комментариях, что-то вроде: если ты думаешь, что ты делаешь качественный контент, пересмотри свои видео и пойми, что они говно. И это был бы реально отличный, эпичный, суетичный хэппи-энд в твоей ютуб-карьере. Конечно, не стоит забывать и про вписки, которые сейчас устраивают. О, внучек, а что такое вписки? Это шо, квартирник, шо ли? Какой нахуй квартирник? А, квартирник, это заебись. А, боже. Когда я немного подрос, я вышел с песочницы и сразу пошел на квартирник. Только вместо песка я влил себя уже дедовский самогон. Конечно, помню, там были девчонки Ленка и Зинка, они были соседнего села, они нам дико нравились. Но мы с ними не спали, потому что они нам не давали даже на синюю голову. Эх, времена, времена, а сейчас что? Ну а сейчас, если вам не нравится какой-то блогер, ваше право просто въебать дизлайк и съебаться с канала. И не смотреть этого блогера, и не парить ему мозги. Ну, в принципе, это все, дорогие товарищи. С вами был, как обычно, Алекс. Так что, если кто-то так любит слушать мой голос, советую перейти по ссылочке в описании и подписаться на канал. Я обязательно отвечу. Также въебите лайк или дизлайк. До новых встреч! Итак, вопрос. Что необходимо сделать после просмотра этого видео? Вариант А. Поставить лайк и подписаться. Вариант Б. Послать нахуй автора. Вариант С. Оставить комментарий. Вариант Д. Скинуть ему денег. Ой, ну тут же все очевидно. Конечно же, вариант А. Поставить лайк и подписаться на канал. И это, черт возьми, совершенно верно. И вы выигрываете 1 миллион украинских долларов. Хуйня!